Спустя 2 года встреча состоялась. В первой половине дня глава района прибыл в село Пироговка. Вместе с ним на место прибыли его заместители, руководители органов образования, культуры, медицины, начальники других отделов администрации муниципалитета, а также куратор Ахтубинского района, министр ЖКХ Астраханской области Сергей Кучумов. Делегация наведалась во все социально значимые в населенном пункте объекты. В Пироговской основной общеобразовательной школе, по словам дирекции, резкого колебания учащихся за последние 3 года не наблюдается. К примеру, сегодня гранит науки грызут 60 школьников. В сентябре ожидается прибавление первоклашек. Проблем с учительскими кадрами, к счастью, пока что в Пироговке нет. Посещаемость нашей школы сейчас очень хорошая. У нас нет таких детей, которые пропускают занятия. В прошлом году нашу школу закончили 13 учеников. Все успешно прошли аттестацию, сдали экзамены, все получили аттестаты установленного образца. Сейчас в 9 классе у нас 6 учеников. Надеемся также, что успешно пройдут все экзамены. Единственный недостаток, который имеет место быть, это устаревшая кровля, которая периодически подтекает, а значит требует немедленного ремонта. Этот вопрос был занесен в протокол и взят на рассмотрение главой. Фельдшерско-акушерский пункт – следующая точка назначения. В беседе с Виктором Ведищевым медицинские работники сообщили, лекарственных средств в ФАПе более чем достаточно, в стенах здания имеется даже аптечный пункт. Однако, согласно статистике, демография на селе со знаком минус, смертность превышает рождаемость. Новая эрготехника – больной вопрос для медицинских сотрудников, который тоже взят главой района во внимание. Посетив сельскую библиотеку, Виктор Ведищев вместе с министром ЖКХ в книге отзывов поблагодарили работников культуры за, цитирую, «С каждым посещением библиотеки видны серьезные изменения. Решающую роль именно культуры глава района видит в развитии личности». Тем временем в местном ДК собирались сельчане. Часть из обозначенных проблем, обсуждавшихся на последней встрече, была решена. Позитивно начал свой отчет глава района. Правда, сегодня картина может выглядеть не столь радужно. Дело в том, что бюджет Астраханской области в этом году оставляет желать лучшего. И единственным верным источником финансирования на сегодняшний момент является программа устойчивого развития села. В ближайшей перспективе развитие села здесь не получится без сельского хозяйства. Никакого производства нового не будет, я имею в виду территории Пироговского сельсовета. Главная задача именно у нас сейчас по развитию сельского хозяйства, чтобы создавать новые рабочие места и поддерживать сельхозтоваропроизводителей в плане того, чтобы сельское хозяйство развивалось. Наше правительство Российской Федерации, ну и областное правительство, приняло такое решение, что если село развивается, там есть какое-то производство, значит туда надо вкладывать деньги, туда надо строить жилье. В том числе, кстати, Пироговка не блещет в этом плане. Прекрасная есть программа, где можно заявиться и строить жилье здесь, в Пироговке, но для этого нужно, значит, показать, что человек сюда пришел, у него есть, он желает здесь работать на земле, особенно если молодой человек, пожалуйста, деньги выделяет огромные для того, чтобы построить дом. Что касается животноводства, пироговцы в рейтинге отстающих. Здесь всего лишь около 1000 крупнорогатого скота, 5000 овец. Эти данные на встречу привел ветеринарный врач Ахтубинского района. За 2015 год проведено где-то 140 тысяч исследований, в том числе крови, других лабораторных, около 450 тысяч гулообработок, это привито животных всех видов. В процессе проверок плановых, неплановых, рейдовых за тот год у нас выявлено на территории района 130 нарушений и наложен штраф на сумму более 700 тысяч рублей. И основная масса, 60% от этих штрафов, значит, приходится на незаконный ввоз продукции животного происхождения, животных, вывоз животных, продукции животного происхождения без нашего согласования и без ветеринарно-сопроводительных документов. Глава района призвал сельчан честно отнестись к предстоящей переписи скота. Именно от нее в дальнейшем без преувеличения будет зависеть судьба села. Я вас очень прошу. Сразу вам говорю, официально заявляю, никаких дополнительных налогов не будет. И нам самое главное, не надо подсказывать, что у нас крупного рогатого скота там и другого скота много. Или наоборот, его там мало. Нам надо показать правду. Правду и только правду. И очень призываю вас, пожалуйста, объясните, что ничего не будет, там никакого налогообложения. Нам нужна четкая и ясная картина. Если у нас мало, мы тогда будем строить свою политику для того, чтобы какие-то программы внедрять, какую-то помощь государству для того, чтобы здесь развивать. Если у нас много, мы будем говорить, что у нас там много, но на базе того, что у нас много, давайте, чтобы село и дальше развивалось. Еще много к чему на этой встрече призывал местное население глава района. Мы сейчас поставили жесткие условия. Если мы создали условия, тратим деньги бюджетные, будьте добры, детей водите.
Почему? Потому что, во-первых, ну дома на 81 рубль вы детей не накормите ни одного ребенка. Попробуйте это кормить. Полноценно. Как такого вода? Не накормите. Во-вторых, и самое главное, то, что дети должны быть подготовлены к школе. И это детский сад не то, что там взяли детей, там с ними, вот они ходят там, лишь бы там с ними ничего не случилось. Там их обучают. И готовят к школе. Поэтому тот родители, которые не уводят своих детей в детский сад, мы сразу ставим на галочку то, что они плохо на перспективу относятся своим детям. То есть не будут не заботиться о их будущем. Была затронута тема поддержания села в чистоте, засоренность которого нельзя было не заметить при въезде. Среди населенных пунктов Пироговка занимает второе место по загрязненности территории, после Капустина Яра. Пример худшим. Виктор Алексеевич отметил самых честолюбивых в этом смысле балхунцев. По словам министра ЖКХ, компания, которая сейчас занимается вывозом мусора в Ахтубинском районе, тоже не отличается хорошим поведением. В нашей сегодня компетенции мы наведем порядок. Скорее всего, пригласим другую компанию. Ей поставим жесткие условия, в том числе и по вашему населенному пункту. И вот то, что Виктор Алексеевич говорит в отношении площадок и прочее, тех, которые контейнеры будут установлены, мы часть нагрузки постараемся и на этих перевозчиков переложить. По ценовой политике сразу скажу, цена будет устанавливаться службой по тарифам. Это не какая-то цена, придуманная и высосанная из пальца. Это государственным органом. Она будет рассчитана, показана. То есть это будет совершенно не та цена, которая сегодня формируется, так сказать, у перевозчиков. Нехватка кадров с такой темой начала свое выступление главный врач Ахтубинской районной больницы. Но кадровая политика у нас остается напряженной, и укомплектованность где-то 50%. Врачей не хватает. Что хочу по Золотушинской участковой больнице сказать. Единственный просвет, значит, у нас мы ждем доктора, она заканчивает в этом году интернатуру. Она уроженка за села Золотухи, и она решила вернуться в свое родное село. С медицинским средним персоналом в участковых больницах настоящая беда. Все работники предпенсионного и пенсионного возраста. Оставаться в селе молодежь не горит. Возможно, найти выход из тупиковой ситуации помогут специальные государственные программы. У нас уже несколько лет работает целевая программа направления на бюджетный университет. Если у вас есть детки, пожалуйста, к нам подходим, которые, значит, целевые, мы будем договор заключать и отправлять, ходатайствовать в министерство, чтобы на бюджете проучить детей, чтобы когда-то вернулись они в свое село и отработали. И сейчас у нас открылся филиал, вы уже, наверное, кто слышал. Значит, набираем деток, есть бюджетные места, медсестер, будем учить у нас в Ахтубинской ЦРБ, в Ахтубинске. Поэтому тоже есть возможность дать образование своим детям, и также, чтобы они остались здесь и работали дальше. Приятной новостью, которой поделилась Елена Шиянова, это приход осенью молодого терапевта. В завершение своего выступления главный врач АРБ напомнил присутствующим о необходимости предварительной записи на прием к врачу в городе, а также об обязательном прохождении флюорографии, которая в селе намечена на 20 апреля. Туберкулеза много, скрытых форм много, ваши дети, внуки ходят, среди, особенно социальных тоже, я думаю, семьи у вас здесь есть социальных. Сейчас приняли меры, что вместе с участковыми, слава богу, нам помогают, ходим в эти дома и хотя бы узнаем, выделяет он палочку эту заразную или нет. Если он не хочет ни флюорографии, ни к медикам. Но такой мы метод начали с прошлого года по дворам и до этого дошли. О криминогенной ситуации в селе доложил участковый Пироговки. За 2016 год совершено три преступления в сфере бытовых, значит, условий. Также по Ахтубинскому району на сегодняшний день зафиксировано 63 кражи. Подытожила отчетную часть заместитель главы района. Уважаемые жители села Пироговки, ознакомьтесь с правилами благоустройства вашего села, принятые не главой Ахтубинского района, а депутатами вашего села. И вы обязаны данные правила исполнять. В основном идут сейчас у нас, кстати, подсказываю, учтите, уже по селам пошли рейды, областные бюро охраны прокуратуры. И в основном сейчас составляются протоколы за несанкционированное складирование навоза.
После часового отчета настало время высказаться и местным жителям. С просьбой о помощи к главе обратились возмущенные сельчане, которые недовольны вечными кражами своего сена чужой скотиной. Это проблема, вы даже не представляете, какая. Вы понимаете, это проблема. И было, они правильно, мужики, говорят, может, они немножечко эмоционально выступают, но они ездили, все ездили. Все, кто держит скотину, съездили. Мы пасем, все как положено пасем, да? Это Сукрутовский. И они, мужчины наши, ездили, они их загоняли, потом они догоняли их до этого Сукрутовского двора. Знают кто, но конечный результат, кто должен навести порядок. Первое, что вы должны сделать, скот забирковать и начать его пасти. Показать пример себя. А потом мы поедем в Сукрутовку, там будем за старшим его пасли. А вот когда скот пасется с той стороны, с этой стороны, а вот кто уже не пасет, его пошел там, как вы говорите, сено есть чужое, там уже нет нечего. Вот тех мы будем карать безбожно. Но я вас сейчас призываю в этом году, начните себя. Не трогаю до того момента, пока вода не пойдет на спад. Вода пошла на спад, в это время появляется продукция растениеводства. Если скот бродит, не обижайтесь. Что касается предстоящего паводка, ориентировочно начало пуска большой воды из Волгоградского водохранилища ожидается в 20-х числах этого месяца. С выходом на расходы сельскохозяйственной полки в объеме 24 тысяч кубометров в секунду продолжительностью 10 дней и рыбохозяйственной полки 17 тысяч кубометров в секунду продолжительностью 21 день. Окончание весеннего спецотпуска ожидается ориентировочно 11 июня. Недоумение жителей Пироговки вызвало изменение кадастровой стоимости земли, которая выросла в несколько десятков раз. Для сравнения, в Баскунчаке она увеличилась в 81 раз. Такую заоблачную оценку земли произвел Московский институт. По некоторым земельным участкам, как Виктор Алексеевич сказал, мы не можем объяснить почему. По некоторым земельным участкам кадастровая стоимость выросла до 200 раз. 200 раз. Сейчас, 1 января 2015 года, была произведена кадастровая стоимость земельных участков земель сельхозназначения. Кадастровая стоимость тоже от 50 до 200 раз выросла. Почему выросла? Почему этот институт таким образом переоценил земельные участки? Объяснить мы здесь на месте не можем. Примем все необходимые меры для того, чтобы экономику сельского хозяйства, о которой все здесь говорим, начиная от президента, губернатора Сергея Владимировича Кучумова, ведущего Виктора Алексеевича, имею это еще добавок, чтобы не погубить. Нам нужны ваши заявления, где мы пересчитали и услышали ваше, в чем оно ваше недовольство, насколько оно выросло. Но если сразу скажу, если будет повышение на 30%, мы это не рассматриваем, считаем, что это нормально. А уже больше 30% мы смотрим, где эту планку приостановить. Непростая ситуация в селе сложилась из-за закрытия сбербанковской точки. Сейчас пироговцы вынуждены получать денежные средства в Золотухе, но и там зачастую у техники случаются сбои. Во всем селам Сбербанк есть. Удачные. Точно такое село. Сукрутовка. Точно такое село. Почему нас лишили? В ближайшее время глава района пообещал местным жителям урегулировать этот вопрос. Возможно, пироговцам будут представлены услуги перевозного терминала. Больше всего сельчане боятся остаться без воды. Месяц без нее в прошлом году из-за аварии на первом подъеме показался пироговцам невыносимым. Мое убеждение, что к вам, на ваш земельный участок, на ваш дом, должно прийти, кроме, многоквартирных и социальных сфер, должны, наверное, прийти два варианта. Техническая вода и питьевая. Моя задача, предположим, вот тот магистральный водовод, который сегодня есть, первый, его отремонтировать, но гнать по нему питьевую воду, наверное, это слишком дорого. А готовить ее уже здесь. Как это будет? Индивидуальный фильтр или групповой, который будет стоять на селе, это уже задача денег и техники. Сейчас у вас там работают две задвижки. Значит, и два насоса. Поэтому есть и резервный, и второй. Поэтому есть какие-то аварии, не исключены, но подобные аварии в ближайшее время не будет. Местными жителями также поднимался вопрос и об обещанной газификации района, который, по всей видимости, пока еще надолго останется открытым. Второй год, так получилось, не знаю, «Газпром» нас кормит завтраками, у них там какая-то реорганизация. Если в этом году в районе Хашиутова не появятся трактора с логотипом «Газпром» или некой другой организации, мы с вами в ближайшие 5 лет газа не увидим.
В этот же день ответов на свои вопросы ждали жители села Золотуха, которых, в отличие от пироговцев, собралось в два раза больше. В начале сходки глава села Александр Каширский отчитался о проделанной работе за год. Говорил о перспективах строительства храма, о благоустройстве и озеленении села, о набирающем обороты растениеводстве и о дальнейших планах. Первое. Продолжить строительство православного храма, организация прогона, выпаса и дрокования сельхозживотных, поддержание в удовлетворительном состоянии улиц, учреждений, предприятий и кладбищ, сооружение бетонных площадок в количестве 5 штук, озеленение улиц села и досадка саженцев на аллее 70 лет Победы по улице Горького. Продолжил отчет о работе глава района, который в первую очередь выразил благодарность крестьянско-фермерскому хозяйству. Как и в соседнем селе, Виктор Алексеевич напомнил сельчанам о предстоящей переписи. Говорил о создании сельхозоперативов и организацию торгово-сбытовых центров. На территории Золотухи планируется строительство кемпингового центра с разветвленной сетью заправок, мест отдыха и закусочных. О сельском хозяйстве, поддержке КФХ, личных подсобных хозяйств говорил министр ЖКХ. С информацией по беркованию и содержанию животных, прогону и выпасу скота выступила заведующая местной ветстанции Сания Мукалиева. Крупный урожай по скота у нас за 1 апреля 1884 голов. Мелкого урожая по скота 10400, лошадей 24, свиней 67 и птиц 800 голов. На 1 января 2016 года хозяйство считается нашим благополучным по инфекционным и инфекционным заболеваниям. С благодарностью главе села выступила главный врач АРБ, которая отметила Александра Каширского за проявленное внимание к работе участковой больницы. У нас в этом году начали работать онкор, которого очень много лет не было, эндокринолог новый. Эти специалисты появились. Я сейчас дала задание онкологу, чтобы в апреле месяце он сделал один выезд к вам. Во-первых, персоналом нашим познакомиться с участковой больницей, проведет кое-какие занятия, чтобы мы ранее выявляли онкологические заболевания. В свою очередь от сельчан в адрес главврача поступило немало вопросов. Обсуждали и прохождение водительской комиссии. Специально приходили все специалисты, все. И вот флюорография работала, все, кто участвовал в вашей комиссии. Единственное там условие, это психиатр-нарколог, они не подчиняются другие структуры, уже прийти, взяв вот эти справки. Остальное мы в течение, значит, часа там вы могли все пройти. Возмущались стоимость ритуальных услуг. Человек умирает, везут его на вскрытие копья. И платеж очень большой, 15, 10, 18, это со словли, или это действительность, кто это устанавливает. Здравоохранение ритуальных услуг вообще не делает, это не наша функция, не хоронить, не бальзамировать, ничего. Наша функция вылечить, да? Если так случилось, человек умирает, и на дому умирает, и в больнице у нас умирает, да? Наше дело выдать свидетельство о смерти. То, что мы отправляем в Знаменск, это в связи с отсутствием врача, патолога-анатома в нашей больнице. Мы перед областью поставили жесткий вопрос, чтобы нет специалиста, он должен быть. Один в один жители села Золотуха задавали вопросы, которые так волнуют пироговцев. Вновь глава района пояснял жителям села о неимоверном увеличении кадастровой стоимости, обсуждали газификацию района в целом, говорили о ремонте дорог и так далее. На часть поступивших вопросов ответы были даны сразу, другие взяты на проработку.